тусовки. Если вы помните, в группе я пою и играю на гитаре. Но мало кто знает, что любимый инструмент у меня – баян. Первый раз я взял его в руки еще в детстве. Он то горестно вздохнет, то заиграет так, что девчонки повизгивают. Вот так вот мы с ним и живем. И обещаю, что в одной из новых песен мы с ним вместе сыграем соло. Этот малыш Володя Политов. Если меня спросят, какую музыку я люблю, я скажу, конечно же, рэп. Мне нравится его заводной жесткий ритм. Тем более, что сам я играл на басу. Вот сейчас в руках вы у меня видите кларнет, потому что когда-то и на нем я играл. Вообще кларнет довольно интересный инструмент. Говорят, что кларнетисты когда-нибудь досходят с ума. Но это полнейшая чушь. Для того, чтобы сойти с ума, его нужно иметь. А как тебя зовут? Валера Юрин. Я солист группы «На-на». Солирую я в группе своим необычайным певческим голосом и вот на этой своей классной гитаре. Вообще-то хочу вам сказать честно, что я гитарист от Бога, а может от дьявола, но это пускай они сами между собой разбираются. Если вы вдруг услышите, что где-то кто-то играет круто на гитаре, то это обязательно буду я. А иначе это просто не круто. И вообще, кроме гитары меня больше ничего не интересует. Запомните меня, Володя Асимов. Я солист группы «На-на», но я ничего не собираюсь рассказывать о группе. Я держу в руках любимый инструмент, который для меня многое значит. А музыкант и инструмент – это одно единое целое. И в то же время у нее своя жизнь, а у меня своя. И только соединившись вместе, мы создаем музыку, и я надеюсь, это хорошая музыка. Война, 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 война.